Ничего страшного, это обычная вода. Подождать очередь, когда придет, я тебя позову, ты тоже накрасит маску. Дичка, вот такое красивое у нас бублик толстый. Кто кусался? Опусти. Уна. Так, я снова у стоматолога. Последний раз у своего терапевта. Такие пироженки взяла. Мне опять порвали рот. Десну все нахер. Порвали. Зато починили. Так, я в Сбербанке. Я хочу сказать, что Сбербанк обновился очень стильно. Теперь выглядят работники, сотрудники. Теперь не ходят в рубашках, ходят вот в таких вот вещах, нарядах, формах. Очень даже хорошо, стильно. Какие-то тут всякие штуки, прибауки, не знаю. Вон она, Маруся стоит. Тут какие-то планшеты, не знаю, для деток. Получение посылок. Очень классно, прикольно все теперь выглядит. И стильно, мода молодежно. Мы открыли счет для Саши, надо было. И теперь гол домой. Так, мне Андрей купил краски для тату, цветные, набор. Набор, иди сюда. Они стоили 3800. Вот столько здесь цветов. Сейчас посмотрим. Сейчас, погодите. Вот он такой наборчик. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я думала, будет коробка в два раза больше. И вот они цвета. У-ху! Нет, много краски, отлично. Очень много разных цветов. Буду делать, буду показывать. Прикольный цвет. Я смогу сделать все, что я захочу. Вау. Маш, вы что-то делаете? Что делаем? Фен. Так, у меня, значит, фен Дайсон. Конечно же, оригинальный. Да, и вот с насадкой выпрямления волос и сушка. Вот, пожалуйста. Посмотрите. Это просто находка, ребят. Никаких денег не жалко, ребят. Смотрите. Объемчик есть. Выпрямленные волосы, кончики не пушатся. You know? Просто посмотрите, я этот. Кто? Блин, на языке крутится. Аврил Лавин. You see me? My heart. Что? Head. My head. Уху, baby. Только посмотрите, эта насадочка просто находка для меня. Круто. Так, продолжаем картину, нашу 3D-картину. Вот так сейчас она выглядит. Да, конечно, в свете все не так сказочно, как без света. Вот. Но еще не готова. Еще где-то только 30% моей задумки здесь.
Сейчас вот так. Вот так, вот так. Это просто подарки. А адвент-календари вот это. А вот внизу календари. Новый год. Это мы с Сашей обсуждаем, что мы хотим такие гигантские яички. Но стоит они 1300, очень дорого. Он будет невкусный. Он будет ужасный. Чтобы она была какая-то плотная и не разваливалась. Ой, ну вроде получилось. Это канал типа, ну, про роллы, да? Нет, про суши. Какие-то люди танцуют, мы просто решили капучино пока. Я слишком стар для этого. Упаковка чек. Какую кружку? А, да, и кружку. Только где она? Ой. Еще поливаночка можно снять? Или пусть будет? Да снимай. На видео? Да. Тяжело снимается? Да. Опа. Саша будет играть. Да, подожди. Смотри, на, ой, смотри, как психанул. Так, я приготовила борщ. Ой, горячо. Сейчас. Борщ. Та-дам! Хороший борщик. Так, мы с Сашей с Сицилии. Саш, сделай за ухо волосы, а то торчит ухо одно, некрасиво. Саша очень вредная, она ничего не хочет. Я не вредная, я просто это говорю. Это окунь по-домашнему очень мне нравится. Какой игре? Майнкрафт? Нет. Ротфолкс? Рональдо? Рональдини? Нет. На улице ледяной дождь.
Все во льду. Короче, машину может переставить. Тут как-то, наверное, кто-то хотел проехать. Ветер. Ветер хочет. Тоже не знаю. Какой-то ужас. Не могу идти. Тут везде лед. И жуткий ветер. Какой-то кошмар. Простой. Тут еще разбито нормально. Вот там вот чуть-чуть встань, вот на желтое. Где машины не ездят. О, даже вот здесь посередине. Во, во. Все, чистейший лед. И ветер. Под машину не попасть. Смотрите, какая веточка. Ой, фокус. Фокусники. И что ж такое-то? Опа. И шумит. Это она шуршит. Это лед шуршит. Да, я уронила мусор. О, тут она не так сильно хрустит. Тут более ледяная. Каждая травинка ледяная. Вот эта елочка, смотрите. Такая. Ну, в целом, издалека она не очень, конечно. Но вблизи иголочки красивые во льду. Пойдем. Пойдем. Спасибо! Спасибо! Спасибо!